Немного прошагал. Добрый вечер. Перед вами настоящий дембельский альбом. «Монголия», 73-й год. Спасибо вам, потому что мы, наверное, первый раз делаем нашу программу, прямой эфир, программа «Было время». По вашей просьбе мы сегодня будем говорить про тех, кого считали элитой советской армии. Те, кто представлял нашу страну за рубежом. Сегодня у меня в студии люди, которые не понаслышке знают об этом, а сами там служили. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Что у вас, кстати говоря, пили в ваших гарнизонах, когда вот вы служили? Пили? Нет, пели. А, пели. Ну, здесь вот не плачь, девчонка там. Ну, мы тоже ее пели, но вообще у нас пели солдаты в путь. В путь, путь, да? А у вас что пели? Разные пели. И вот это не плачь, девчонка пели. Чаровка. Да. Чаровка. Ну, что еще там? Значит, пели песню, естественно, вот эту «Путь далек у нас с тобою». «Веселей, солдат, гляди». Вот. На совместных учениях воины братских армий держат экзамен на боевую зрелость, на готовность к вооруженной защите Содружества социалистических стран. Сегодня воинов вооруженных сил Варшавского договора объединяет совместная учеба, пути, дороги их армейской судьбы. Слово майору Шандору Ковачу, Венгерская народная армия. Варшавский договор – это не просто организация, объединяющая социалистические армии. Это тесный политический и военный союз для защиты мира во всем мире. Я горд, что являюсь членом этого могучего союза. Говорит подполковник Герберт Шульц, Национальная народная армия ГДР. Da wir uns unmittelbar an der Grenze zum Imperialismus befinden. Alle Angehörigen der Nationalen. Мы выполняем ответственную задачу, так как стоим на линии разграничения с империализмом. Мы за то, чтобы предотвратить войну всеми силами. Но если империалисты все же заставят нас взяться за оружие, то мы вместе с Советской армией и другими армиями Варшавского договора до конца выполним наш интернациональный долг. У наших народов не принято стращать. Организация Варшавского договора никому не угрожала и не угрожает. И все же время требует, предупреждает. А в старину говорили еще и так. Порох надо держать сухим. Щит нашего единства стал еще крепче, еще мощнее. Стоило только умолкнуть пушкам, и слово взяли музык. Они легко обходятся без переводчиков. Впрочем, как и настоящая дружба. История не знала подобных примеров в отношениях между армиями. Вера в братство также нужна солдату, как и вера в его оружие. Батя служили или нет? Я не понял вопроса. Где я служил? Я служил на БАМе. Я и спрашиваю у вас, вы служили в Монголии железнодорожные войска или нет? Нет, нет, это были авиационные части МиГ-21. Я специалист по черным ящикам, которые на самом деле ярко-оранжевые. Вот, я занимался проявкой этой пленки и ее расшифровкой.
Вот, и каждый пилот должен был перед очередным вылетом подойти, расписаться в журнале, где было написано максимальные перегрузки по Иксу Игореку, высота, там обороты двигателя. Вот, и это была просто вот такая боевая часть МиГ-21 с боевыми дежурствами там какое-то. Поэтому здесь... Я ни в коем мере, вы поверьте мне, я не пытаюсь там кичиться этим, там, да, это так вот случилось, ну и случилось, там, да, это некий факт, состоявшийся в моей жизни, вот, и тем не менее, давайте мы сейчас один посмотрим материал, который нам вот, подготовили наши телезрители, вот, и дальше продолжим наш прямой эфир. Господа офицеры, по натянутым нервам я аккордами веры эту песню пою. Тем, кто бросил карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляя за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадил, кто карьеры не делал от солдатских кровей. Я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Сложнее было. Понятно. Владимир, город Москва. Мы вас слушаем, Владимир. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я проходил службу в ГСВГ с 87 по 89 год на редкой должности начальника телецентра. О как. Гарнизон Кёнигсбрюк, Нойслагерь, недалеко от Дрездена. Самые лучшие впечатления о жизни в Германии. Незабываемо, незабываемо. Поддерживаю отношения с теми, с кем служил, дружил. И сейчас мы активно общаемся через наш общий сайт 11td.ru. Кому интересно, заходите. Еще раз скажите, как... Узнайте очень много. Еще раз скажите... 11 танковая дивизия. А, понятно, 11 танковая дивизия, ТД, да, .ру. .ру. Понятно, ну, я думаю, что многие люди зайдут, кому пообщаются, потому что, на самом деле, замечательно, конечно, вот на наш сайт вышли люди, которые общаются тоже через интернет, и он дает большую возможность для, ну, вот фотографии, которые вы сейчас вы видели там. Это, кстати говоря, сейчас была песня группы «Полет», да, по-моему, она называется. Да, да, это, да. Это мой из... друг да? Спел до только что, Толик Назаренко. Он ее узнал. Я с ним служил в Грузии, ага. Потом служил в Германии с ним. Ага. Это до сих пор поддерживает отношения. Это профессионал, это офицер-профессионал называется. Он музыкант, мы с ним в Грузии играли вместе в одном... У нас был там в Грузии равновесие, ансамбль. Я играл на трубе, начальник дома офицера на саксофоне, Толик гитарист был. Классный, он и на соло, на ритм-гитаре, на любое он может. Вот, он пел хорошо. Кстати, сейчас расскажу один случай уникальный. Как-то пошли сильно обильные дожди в Грузии. Ну, там же с гор, все, в долину. Значит, на одном, в одном там селении пастух с внуком пасли... Это самое, корову. Ну и река Риони такая есть. Значит, начал наполняться. И этот остров все сужался и сужался. Значит, тут власти позвали на помощь вооруженные силы. Вертолет побоялись из-за метеоусловий. ВЗПУ у нас был вертолетом, побоялись его то есть, туда посылать. Значит, говорят, ставят команду нашему командиру части, тогда был.
Терентьев Михаил Константинович. Вот. Значит, Константинович берет, у нас в части было два БТРа, 60 ПБ такие там были. Uh-huh. Это радиокомплексы Р-975, там КВ и УКВ радиостанции, которые можно было и с самолетом, эту связь с самолетами руководить, и с наземными средствами. Значит, они плавающие. Значит, на первом БТРе пошел командир. Пошел, и где-то там же эти камни, гравий, галька, вот, сел на позу. Вот, вызывает, значит, другой БТР. Толик Назаренко на другом БТРе лебедкой подцепливает. Вытаскивает его. Да, вытаскивает это. То есть, тогда очень провернули. И течение большое. Значит, согласно тактико-технических данных, БТР несет. То есть, какая тяжелая машина, как-то они исправились. Вытащили этого дедушку, внука его. Угу. Вот. Я не знаю вот, до сих пор, как они помнят это или нет. Они были недалеко от истины. Да. Северной, южной, советской он, группы, кстати, в Грузии. Даже сейчас иногда, Толик, вот, Назаренко, он даже иногда вот, по боевым расчету не хватало водителя. Угу. Он сам садился за руль радиостанции, будучи командиром взвода, старший лейтенант. Угу. Он же сам-то небольшой такой. Садился, когда это еще были... Машины не такие, не гидравлическое управление, 157-й. Вот представьте, да, им надо было. Выезжал в район сосредоточения, это за 30 километров туда-обратно. Вообще, ну, наша программа программа продолжается. Анатолий, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы сегодня приняли участие в нашей программе и вместе с нами не плакались. Но воевали. Да. Спасибо вам большое. А с вами я прощаюсь. До встречи через неделю. В то же время, на том же месте, в тот же час. Офицеры, по натянутым нервам, и аккордами веры эту песню пою. Тем, кто бросил карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляя.